Всем здорово, я Ирбис, и сегодня я попробую нарисовать легкий закат на море. Сегодня я буду рисовать этот закат гуашью. Ну а ты не забывай про свой лайк. А если ты добьешь 15 подписчиков, то я не знаю, можешь любое что-нибудь написать в комментарии, и я это сделаю. Пожалуйста, поставь лайк. Ну а мы переходим к ролику. Итак, сначала надо взять желтую краску и определить, где у нас будет заканчиваться море. Оп. Ну, что-то такое. Мочим кисточку и закрашиваем вот здесь вот половинку. Если кисточка не очень мажется. Возможно, сейчас я ее буду менять. Я не знаю, зачем нам эта информация, но... Закрашиваем все по-быстрому. Вот, мы закрасили. Итак, теперь надо намешать такой более оранжевый цвет. Так, берем желтый. И просто, ну, типа, делаем рыженький. Если у вас есть рыженький, то можете его, конечно, не делать. Так как у меня нет, я его буду делать. Итак, я сделала более рыжий цвет. Точнее, рыжий цвет. И теперь делаем им вот здесь вот линию. Сейчас говорю, я рисую, как мне, ну, типа, хочется. Можете смотреть другие обучалки, где все понятнее. Ну, лично мне, я рисую так. Мне просто хочется. Чего сейчас молчал? Итак, у меня получилось как-то так. Сейчас я еще делаю блики на пальмочке. Итак, у меня получилось вот такое вот что-то непонятное. И сейчас я буду переходить к концу ролика, и я вам покажу, что у меня вышло. Ну и что ж, у меня получилась вот такая вот картина. В принципе, она прикольная, даже красивая в местах где-то. Ну и вот, короче,
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока.